Салук. Это наше все, это наше прошлое, наши корни, наше собственное звучание. Мы должны двигать их тем. Уникальность есть нашего там, ну, звучания, короче, какого-то там коренного, понимаешь? В частности, советского, там, типа, постсоветского какого-то. Там, ну, есть люди там, которые заморачиваются на это, да, там двигают нашу тему. Я же там сэмплирую только там советские там темы, там, например, как я. Я скупаю вообще тонны винил мелодии, блядь, советские. Здесь сэмплы, которые никто никогда не найдет, никто никогда не резал. Ну, в этом, мне кажется, есть уникальность вообще какой-либо, ну, для музыки. Я тут родился, вырос, всю жизнь тут провожу вообще. На самом деле очень привязан к этой местности. По сути, ну, все с нее и началось. Музыку начал писать в 11 лет. То есть это не то, чтобы это мое хобби, не то, чтобы это вот я. Я себя уже без этого не вижу никак. На самом деле особо мы, ну, ничем не отличаемся. Долгое время, бля, просто косили под запад, блядь, и все. В один момент просто это как все переросло, нечто больше, и я стал более серьезно заморачиваться над звучанием, над историей. We represent the real hip-hop over here. In my band, screws, mobs. We are the ones who are f***ing with the crime scene. У каждого свое мнение на отчет, понимаешь? Там у нас вообще трое в КОВШ. Там я могу одно сказать, там, два, ну, мои ребята скажут абсолютно другие вещи. Можно вам ковер сзади ставить? Не, есть, короче, идеал. К этому, я считаю, стремиться. Просто культуру саму поднимать наверх. А не важно, советская, американская, европейская. Наши особенности, они скорее в настроенческих каких-то моментах больше проявляются, нежели чем стилистические. Мне кажется, что именно образность и атмосфера являются самыми сильными сторонами русской музыки. Смысла просто заниматься копией, да, и пытаться чуть-чуть что-то видоизменять, как бы. Есть смысл искать вот эту индивидуальность. В музыке я пытаюсь собрать какие-то концепции всегда, а не просто какой-то там отдельно стоящий трек, отдельно существующий трек. Мы перестали стесняться истории. Слушаем музыку наших родителей, переосмысляем ее, нарезаем. Мне кажется, что это хороший путь для того, чтобы сделать что-то новое и что-то самобытное.